ВКонтакте, и ты всех троллишь. Ты лучший в своем классе. На фейковой странице под маской Гая Фокса скрыл лицо. Ведь ты опасен. Ты забил на школу и на уроки. Дела есть поважнее. Но когда ты слышишь правду, кто ты есть на самом деле, ты не знаешь, что на это сказать. Очко начинает плакать. Очко бомбануло, бомбануло. Скорей беги, пиши в комментах, ко-ко-ко. Бомбануло, бомбануло. Тебя затроллить оказалось так легко. Теперь давай вызывай. Пацану, непременно заври.